В соответствии с распоряжением губернатора Московской области Андрея Воробьева о графике проведения мероприятий по очистке лесов от мусора на территории Московской области в 2014 году, каждую третью субботу месяца в нашем районе проходит субботник. Сотни килограммов мусора вывозятся из парков и скверов, вырубаются сухостой, помогая зеленым легким нашего района задышать новой силой. На последнем субботнике побывала и наша съемочная группа. На этот раз зеленый десант высадился в парке на улице Заводской. Потрудиться пришлось немало. В березовой роще за последние годы появилось много деревьев, подлежащих вырубке. Значит, это и нависшие деревья, это и высохшие деревья. Значит, вот. А поскольку лес, находящийся в районе ГП-Видное, достаточно посещаем, работа по санитарной рубке, она проводится. Бензопилы и другую технику, а также своих специалистов предоставили предприятия «Экотранс Видное» и «Подольское лесничество». Крупные части деревьев вывозили, их будут использовать в качестве топлива. Мелкие ветви перерабатывали в опилки прямо здесь. Субботник – слово известное, и старшее поколение помнит времена, когда на подобные мероприятия выходили дружно, без уговоров. Нынче парки и скверы, в которых любят гулять все, убирают преимущественно сотрудники администрации. Я считаю, что об этом знают многие, но, видимо, лето отпуска, дачи, есть другие приоритеты. Люди должны сами понимать, что приятнее жить в чистом городе. Хотя мы даем информационный материал и через сайт администрации, и через объявления в газеты, и, соответственно, развешиваем объявления на подъездах, на остановках. Но, к сожалению, сегодня, наверное, все-таки менталитет пока жителей, наверное, еще не позволяет вот так активно им включиться в эту работу. Пока мы увлеченно наблюдали за вырубкой сухостоя, женщины, опять же, из городской администрации успели навести порядок в другой части парка. Татьяна Брылова, Евгений Петров, Елена Кошелева, Видное ТВ.